つける恐れがあります。インプラントは常に最新モデルを使います。Блэр. Ви, готов к следующей гонке? Я на месте. Жду тебя. На твоей поедем? Или мне зверя пригнать? Давай лучше на моей. Я ее лучше чувствую, сама понимаешь. Конечно, понимаю. Ну что, встретимся там, на ранчо? Да, я скоро буду. Увидимся. Привет, Ви. Я сейчас осмотрю машину перед стартом, на всякий случай. Ты никуда не уходи, мало ли. Как думаешь, какие у нас шансы? Ну, главный наш соперник — это Луиджи. А с ним еще и Марко за стрелка. Ну, и? Эта баба обожает дырявить колеса. Но ты не забивай голову. Делай свое дело, а спецэффекты я возьму на себя. Извини, мне надо постучать по колесам, пока минутка есть. Давай. Заводите своих монстров! Но хочу пощекотать ноздри ароматом выхлопных газов! Пусть моторы ревут, что ваш кровь из ушей! Вот так, то, что надо! Ну, пошел отсчет! 3, 2, 1! Вон чувак впереди, это Луиджи, жми за ним! Сейчас крутой поворот, закладывай! Мы можем выиграть! Будут обгонять. Пусть попробуют.
мы можем выиграть! Чё? Не останавливайся. Проедем немного дальше. Зачем это? Надо поговорить кое о чем важном. Окей. Давай вон там присядем ненадолго. Ого. Красивый вид. Да. Мы с Дином любили сюда приезжать. Ты мне что-то хотела сказать? Я тебе говорила про Дина, моего мужа. Он был твоим пилотом, да? Добрее него никого не встречала. Мы дружили еще до моей процедуры. Он принес мне нарциссы в клинику. Сказал, с началом новой жизни. Долго вместе прожили? 12 лет. Дин смеялся, что на 15-ю годовщину. Наконец уговорит меня на первый имплант. Готовил какой-то сюрприз. А можно спросить, почему у тебя нет имплантов? Мне нравятся машины Ви, но превращаться в машину я не хочу. Это странно? Немножко. Но и такое бывает. Только Дин мог бы уговорить меня поставить импланты. Теперь мы уже не узнаем, удалось бы ему или нет. Слушай, Клэр, а почему ты вдруг сейчас про мужа заговорила? Год назад он погиб на гонках, в финале. Но это была непростая авария. Ты хочешь сказать, он погиб из-за тебя? Из-за меня? С чего ты взял? Его прикончил один корпоратский хлыщ. Питер Сэмпсон. Редкая сволочь. Расскажи мне, как погиб твой муж. Мы только что вышли на финишную прямую. Сэмпсон уже мчался перед нами. Было ясно, что нам не выиграть. Дин стал сбрасывать скорость. И тут этот подлый ублюдок ударил по тормозам. Дин не справился с управлением. Но он ведь не нарушил никакие правила. Ты не понимаешь. Он был уже у самого финиша, он бы выиграл. Но он хотел убить Дина. И что с ним за тема? Да неважно, для меня он всегда был таким же соперником, как прочие. А вот для Дина... Они знали друг друга очень давно. Дин и Сэмпсон. Что-то не поделили? Дин ничего мне не рассказывал. Но между ними действительно была какая-то вражда. Не соперничество на трассе, а личная ненависть. Дин бесился, когда Сэмпсон выигрывал. Ты точно уверена, что это было убийство? Может, это просто твои эмоции? Нет. Я видела, как они ссорились на стартовой линии. И я его уничтожу. Во время гонки? Люди часто гибнут на трассе. В этом нет ничего необычного. Все по правилам. Никаких вопросов. Это же гонки. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я помог его убить? Если придется сделать выбор, мне важнее убить Сэмпсона, чем занять первое место. Прости, что соврала тебе, Ви. Ну, что думаешь? Пусть Сэмпсон сдохнет на трассе без нарушения правил. Но в казни я участвовать не стану.
На меня не рассчитывай. Справедливо. Я согласна. Это все, что я могу обещать. И поверь мне, месть не принесет тебе покоя. Только еще больше будешь себя изводить. Вот и все. У меня на этот счет другое мнение. Ну да ладно. Увидимся в финале.